Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня будет распаковка посылки от Ifrashe. Если вам интересно такого рода видео, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. В этот раз у меня была просто мега огромная посылка, на самом деле. И так как грядут праздники, я решила просто позаказывать побольше, чтобы голова не болела, что же дарить на Новый год. Ну, начнем с того, что эта посылка была на 6 с небольшим килограмм, и сотрудники почты, в общем, не смогли мне ее доставить без эксцессов. В общем, посылочка получилась у нас немножко порванная. Но вроде бы все на месте, все хорошо, ничего не пролилось. И слава богу, надеюсь, больше такого не повторится. Ну что, начнем. Первое, что заказала я для девочки, это был шампунь с мальвой в объеме 300 мл. Отдельно у меня уже есть отзывы на данный шампунь, я снимала видео, свое мнение. Если вам интересно, конечно же, я оставлю ссылку под видео. Могу сказать одно, то что шампунь неплохой, стоит своих денег, цена его 410. В принципе, если у вас короткие волосы, то объем с ним может получиться. Следующий шампунь, который был заказан, это был с крапивой. Называется он «Чистота». В общем, я почитала об этом шампуне сейчас и сама захотела его попробовать купить. Тоже стоил 410 рублей, его объем здесь 300 мл. Ничего сказать о нем не могу, спрошу потом у девушки, либо сама его себе закажу. Следующее, что заказывала, по-моему, я. Кстати, вот это я не помню, заказывала я это или нет, но точно знаю, что в подарках этого не было. Возможно, скорее всего, я это заказала, но как-то вот не посмотрела. Это шампунь с гамелисом. Я заказала аж 2 штуки, девочки. И здесь его объем 300 мл. Вот кто пробовал данный шампунь, девочки, пишите комментарии, потому что я не помню данный шампунь, как он вообще работает на волосах. В принципе, здесь написано то, что он идет для детей от 3 лет. Его можно даже использовать. Он идет предназначен для всей семьи. Вообще, эта серия с гамелисом мне нравилась. Я брала гель для душа как-то и молочко для тела. В принципе, мне понравилось. Но, думаю, вот познакомимся с шампунями. Либо один наверное, оставим себе, а второй, возможно, даже подарю. Следующие идут, это куча просто гелей для души, потому что что-то я прям как-то переусердствовала в этот раз. Первое, что хочу показать, это гель для душа от Jardin de Monde, испанский гранат. На самом деле, девочки, запах очень вкусный и пахнет, мне даже кажется, соком, гранатовым соком. Поэтому он такой летний, знаете, как бы я его заказала, думаю, то, что на подарок, если я его даже дам кому-то в подарок на Рождество, на Новый год, кому-то как презент оставлю, либо вышлю в подарок, я думаю, очень обрадуется тот, кого будет. Если не отправлю в подарок, конечно же, оставлю его себе. На самом деле, гели по 99 рублей, вот эти Jardin de Monde, мне очень нравятся, и сейчас у меня практически нет гелей для душа из масс-маркета, я в основном пользуюсь только вот именно гелями для душа от Ifrashe, у меня с ними вообще кожа не сохнет, мне нравится и аромат, и текстура, все нравится в этих гелях для душа. Следующее, что было заказано, это был, конечно же, бодрящий гель для душа, уже флоридский грейпфрут. Для девушки я заказала 2 штучки, ей очень сильно он понравился, и себе вдогонку заказала еще один гель для душа, тоже флоридский грейпфрут. Могу сказать одно, то что они... Вот я очень люблю вообще фрукт, грейпфрут, и поэтому для меня вот это вот прямо чуть... Я после того, когда, как я вдыхаю аромат вот именно этого геля для душа, мне просто хочется прям либо сок грейпфрута, либо вот прям сам фрукт его погрызть. Поэтому те, кто любят именно фрукт, грейпфрут, я думаю, то, что вам можно присмотреться к данному гелю для душа. Стоили они тоже по 99 рублей. Очень хорошие, качественные. Мне не нравится. Следующее, что я, конечно же, купила... Это тоже гель для душа от Jardin de Monde. Это малазийская карамбола, освежающий гель для душа. И я его взяла, потому что мне очень нравится, как пахнет этот малазийская карамбола. Я вообще, знаете, у меня это ассоциируется вот прям с весной, с осенью, либо с летом, не знаю. Прям я его захотела взять,
по 99 рублей, либо я, опять же говорю, кому-то его подарю, либо оставлю себе, но это реально беспроигрышный вариант аромата, то есть вообще нет никаких претензий, он не надоедает, он хорошо пенится, вообще классно очищает, все в нем здорово. И следующее, девочки, что я вам покажу, это тоже из серии Jardin du Monde, я его заказала, возможно, на подарки, либо также себе, это идет у нас бразильский кофе. Девочки, это вообще, мне кажется, хит какой-то продаж, наверное, в Ифраше, потому что вот сколько бы я ни смотрела отзывов, сколько бы я ни читала отзывов на гели для душа от Ифраше, почему-то всегда самый первый идет бразильский кофе. На самом деле, вот у меня ассоциируется вот этот вот гель для душа бразильский кофе, это именно зимнее утро, почему-то зимнее, должно быть холодно на улице, именно вот этот вот гель для душа у меня ассоциируется с этим. Поэтому я, вот повторюсь, взяла аж 3 штуки, поэтому кому-то он идет в подарок, что-то я придумаю с этим, но я думаю, это беспроигрышный вариант на сегодняшний день, и такого рода гель для душа, я думаю, должны быть в запасах. Прям, знаете, запаслась. И следующее, это еще не все, девчонки. У меня еще есть для вас кое-что, что я хотела показать с вами. Я заказала гель для душа. Вот такой вот серии. Я нашла этого старичка на сайте Ифраше. Ванила органика. В общем, это старая серия, которая была раньше у Ифраше. Я взяла его в объеме 400 мл. Он там был, по-моему, в пределах 300 рублей. И я его заказала аж 2 штуки. Могу сказать, девочки, я просто мега очень довольна, потому что у меня сейчас есть их новая версия ванильная, называется тоже органическая ваниль, но это немножечко другая ваниль. Вот это вот прям ваниль-ваниль, такая бурбонская ваниль, прям стручковая ваниль. А та ваниль, вот сейчас новая серия, которая вышла в новом формате гель для душа, она более мягкая, такая, она щадящая. А вот это вот действительно ваниль-ванильная. И когда я моюсь в душе, вот именно мылась в душе именно вот такими гелями для душа, мой супруг, он сразу же мне говорил, пойдем пить чай, мне хочется попить чай с чем-то таким вкусным, поэтому заказала 2 штуки, и я вообще просто осталась очень довольна тем, что я их смогла оттуда, простите за такой лексикон, оттуда урвать. Следующее, что я заказала, и это безусловно мой фаворит в уходе, я об этом говорила, и тоже также заказала себе, возможно, это пойдет на подарок, это аж 2 штуки, они стоили по 200 рублей, крем для лица и тела Pure Camille с ромашкой. Я о нем говорила как в своих фаворитах в уходе за телом. Это реально классная, реально классный крем, который, если у вас сохнет кожа, если у вас идет акклиматизация, если вы уехали, вы обветрили себе руки, я не знаю, лицо сохнет. На лицо, конечно, честно, я не пробовала, но я читала много отзывов о том, что это просто соцсредство и замечательный состав, срок годности 6 месяцев после вскрытия, он действительно жирный, он действительно классный. Единственное, конечно, у него такой специфический аромат на любителя, но за его свойства, то, что как мне нравится, как он работает, я его с удовольствием прикупила аж 2. Он был на скидке по 200 рублей, поэтому 199, поэтому я взяла. У меня сейчас в запасе лежит один, я думаю, то, что один, возможно, я кому-нибудь подарю в презент. Я, мне кажется, такого рода косметика в подарок, она будет очень круто, потому что, ну, не знаю, спорьте мое мнение, но мне кажется, вот такого рода, вот это просто нужные вещи, а нужно дарить то, что именно нужно и полезно. Следующее я покажу то, что мне пришло в подарок. Первое, что мне пришло в подарок, это были вот такие вот наушники. На самом деле, я не помню, чтобы я где-то отмечала, что я хочу наушники. Вот не помню. Может быть, это подарок-сюрприз у них был такой, но не суть. В общем, это наушники. На самом деле, они такие, знаете, я не скажу, что они супер качества, и не скажу, что они какие-то плохие. Абсолютно среднячковые наушники, они были упакованы в такую пупырчатую клеенку. Клеенка у меня спёр Кирюшка уже поиграться. Здесь, в принципе, ничем это не пахнущее, они идут простые наушники такие, ну, обычные такие наушники, тут мягкое, тут дермантин такой сделанный, как бы, в принципе, неплохо, тут должно регулироваться, да, вот эта вот штучка регулируется, ну, я, конечно же, это дам супругу, ему это будет вообще вещь необходима, сколько проживет, столько проживет, часики от Ифраше, которые мне дарили, они до сих пор нас радуют, а вот за такой подарок спасибо большое. Здесь, кстати, идут еще и документы на данный товар, так что вот такой вот подарочек мне пришел от Ифраше. И следующее, что мне положили, это, конечно, были 3 пробника, это у нас гидролосьон для тела, крем, третья ступень,
Sensitive Vegetal идет для чувствительной кожи, да, от покраснений. И, наконец, аромат, который я хотела попробовать, и, по-моему, я его не пробовала, это Rose Oud. Он просто тут в салфеточке, так что... ну да, по-моему, это лосьон написано, лосьон для тела. Но не суть, вот такие, в общем, пробнички мне пришли. И на самом деле, еще один подарок, который мне положили, по-моему, девочки, это подарок. Да, это, наверное, подарок. Это так отсвечивает. Это у нас идет восточный питательный бальзам для тела с органией и эфирными маслами Флер д'Оранжа. 150 мл. Открывать я его сейчас не буду, возможно, я его отдам на подарок кому-нибудь, либо оставлю себе, потому что вообще вот эта вот серия, мне попадался только пробник, по-моему, скраб для тела, эксфолиант с косточками органи. Мне, в принципе, он устроил, понравился. Наверное, и Фраше меня как-то услышали, они решили мне в подарок прислать вот такой вот традиции хамам бальзам. Я, конечно же, очень довольна, а так как я человек склонен к тому, что моя кожа сохнет, либо мне что-то не нравится, с удовольствием, конечно, попробую. Но сейчас он будет у меня, наверное, лежать в запасах, поэтому огромное спасибо и Фраше за подарочки. Конечно же, если вам понравилось такого рода видео, поддержите меня пальчиком вверх, пишите свои комментарии, чем-то вы, возможно, пользовались, идеей к новогодним подаркам. Как вам такая идея, если дарить хорошие гели для душа в подарок, презент? Фу, все, вроде бы решила по-быстрому вам показать все, что мне пришло, рассказать вам, пожаловаться, пожаловалась, все вроде бы сделала, показала, рассказала. Берегите себя и своих близких, делайте хорошие заказы, выгодные покупки. Поддержите меня пальчиком вверх, не забывайте подписываться на меня в Инстаграм, чтобы не пропустить какие-то новые интересные события из моей жизни, не забывайте подписываться на меня здесь, чтобы не пропустить новое видео. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, а с вами была ваша Ира, увидимся в скором будущем в новом видео, и всем пока-пока!